Всем привет! Сегодня я расскажу, как приготовить пиццу на сковороде. Рецепт очень простой. Начинка для пиццы может быть абсолютно любая. Берем 2 яйца, добавляем 50 мл молока, добавляем 4 столовые ложки рисовой муки, 0,5 чайной ложки разрыхлителя и немного солим по вкусу. Все хорошо перемешиваем. Смазываем сковороду растительным маслом. И на разогретую сковороду выливаем наше тесто. И начинаем положить на тесто начинку. Я брала сосиски, болгарский перец, помидор, зелень и, конечно же, сыр. Чем больше сыра, тем вкуснее будет пицца. Готовить будем на медленном огне под закрытой крышкой, пока не растопится сыр. Наша пицца на сковороде готова. Приятного вам аппетита! Если понравился рецепт, подписывайся на мой канал и ставь лайк.